Самый дешевый конус имеет резьбу полдюйма, но нужно доработать, расширив отверстие сопла, чтобы убрать выступ. После доработки сгодится под примерный расход горючего 1,5-2 литра в секунду. Сопло для фонтана на полдюйма. Ходовое. Расход горючего около 1 литра в секунду. Сопло для фонтана на резьбе 3/4 дюйма. Для могучих огнеметчиков. Расход горючего из него 1,5-2 литра в секунду. Сопло из штуцера сойдет, если совсем ничего нет. Но нужно доработать, паяв в штуцер подходящую трубку или припаяв к нему конусное сопло. Успокоитель убирает турбулентность потока, делая его ламинарным. Может быть, в виде крестообразного профиля в трубе перед соплом. Можно по типу пожарного успокоителя, но он немного съедает давление на выходе. В насадках для фонтана стоит успокоитель по умолчанию. Веселого конструктора!